И ты реально думаешь, что они смогут остановить Imperius Automotors? Я не думаю, но Юс Файз уверена. Только посмотрите на всех этих клоунов из Китая, которые сейчас стоят возле меня на коленях. Что? Из Китая? Тох-то. Мы совсем не из Китая, Уке. Мы просто хотим остановить вашу монополию и отомстить за BYD. На мэна хахады гапрощиничне апсамма достам. Да, я про уменьшение импорта их автомобилей. Я требую справедливости. Ну, не знаю, вроде бы наши узбекские автосалоны страдают после ваших новых правил. Ты не знаешь. Не знаю что. Намакюлепсан, Марас? Намакюлепна, потому что ты до сих пор ничего не знаешь. Ну, хватит загадки загадывать. Мы что, в игре Закават, что ли? Мы пришли к вам в УЗ Автомоторс, думали, вы одумались, снизив цены на трекер. А оказалось, что его у вас никто не купил. И потом... Ты еще жив, Укем, лишь благодаря тому, что твоя тупость немного меня развлекает. Рахмат, а я надеюсь, что твое отчество Павлинохле. Да кто ты такой, Пулят? Да, кто я такой, Шахрух? Кютини, Ертам Аликимор.